Ну еще пару ударов. Иллюзор Орбшип. Да ладно, раскатит, видимо. Так, снова уходит. Скаймейдж. Или мажет. Мажет. Светбак он натенировал. Не попал по баку, поэтому не добивает. Бак снова выхиливается от Беспа. Сайленс. Иллюзор Орб в спину. Мимо. Эти нормал тоже выживет. Разворот и шелк крэш. Будет раз, будет батл, будет. Какая сэпшот? Хорошо. Панка прочувствовал этот момент. Если попал арбой, то, конечно, мера в этой ситуации по итогу промахивается. Но вот здесь на грани, скажем так, минус. Просто кнопку подкатил. У него небольшой кулдаун, я понимаю, что можно было и рискнуть. Если бы убил, убил, но вот по итогу. Потратил он свой DreamCall на перископах, делает большое количество снарков, а пока я смотрю на стаки, у нас собирают Мирана, и Crystal Bat пошел за эти вот стаки. Правда, один Руна, Вит притягивается к Паку, Пак остается без своего ботла. Ну и Сагере тоже. Арена. Да, зло подцепили, убили. Ну, так, гости. Серьезно. Так, ну что, будем как-то выгонять своего леса соперников или нет? Вроде стоим в смоке. И вот он Панга. Дримкоил. Релокейт сразу, как много. Так много внимания. Стрела точная, Старшторм. Смотрим. А вот пусть действительно сейчас на Марсе попадет, покажет, что Рустам был неправ. Потому что, кстати, я же уже Level Monkeys не первый и даже не второй раз комментирую. У него как ситуации были раньше получше. Может, сегодня вот попадают у нас на Скайя. Скайя забирают. Пак еще Дримкоил у нас по Бандольеру подарки приносит. Ну и Бандольера тут также не отпускают. Даблкор остается, он обращает внимание, первый шан это не критично. Правда, Бристлбэк, на самом деле, с вот первым Аегисом, наверное, все-таки более опасен, чем большинство горы. И сейчас еще Пак поступили с Дазлом вместе с Марсом, но Бристлбэк прилетает с виском, начинается заруба, забирает Бандольера. Хорошо, возьмем пока Марса Бандольера, думаю, Скай, Даунбрейкер, 5 стаков, окей, минус Даунбрейкер. И Скай, Скай, следующая цель, Даунбрейк, секунда! Нет, и тебе на себя хотя бы тоже нет. Ну и просто успел, да, тизер, на локете оба улетели, и по итогу X3 из возможных размена хотя бы 4 в 3, в итоге разменялись 4 в 1, да, это, безусловно, выигранный, шикарно выигранный тимфайт Eleven Magnus. Причем, да, действительно, соглашусь, супер наглым, супер эффективным, ой, стрела залетела! Тут номера не стрелы хорошо летят, я вот смотрю, и под DreamCoil попадает в комбинацию, и вот просто там, да, где-то сопернику на ход нужно стрелу дать. Сейчас еще такого важного героя забрали, это Урса. Который с БФчиком, да, сейчас Тавер не сидит, не фармит. 4К преимущество, Марс ныряет. Давай, Марс. Ну нет, нет, он... Вообще нет. Скажем так, не получается у него вернуть доверие Рустама, и у Ская, скорее всего, тоже не получится выжить в этой ситуации, забирает двух героев. Да, у меня изначально... Аегис уже вот чувствуется вот это то самое давление, которое даже с первым Аегисом каждая команда умеет навязать. Eleven Monkeys чувствует уверенность в себе, Марс чувствует, что может поставить арену, арену он ставит, ну не знаю, такая себе арена, еще Дазл Грейв выдал, и Марс в итоге забрали. Все команды, вот команды, все, справляются со Sky. Все это дело. Ты все вроде уже выдал, все на кулдауне, такой, ну а что мне с этим Бристлбэком? Попытка от Урса. Я также покатился, Даунбрейкер, уйдут, все расходятся, Беспа, конечно, будет сразу убивать первым, и Бис лопается. Шарик действительно и получается забрать, но проблема в том, что параллельно забирают героя гораздо более важного, чем Бис. Убивает у нас Урса без байбета, скорее всего, Скай здесь также не отпустит. Сейчас Бристлбэк очень много урона, не будем забывать про Аегис, который закончится через 10 секунд. И Марс, вот он, король вечера ворвался. Не ждали, забыли. Вот он, трипл килл, плантимос, ультра килл. Да, но такого Бристлбэка на таком темпе, конечно, остановить вообще не получается. Шаргарат пытается там размахивать своим старбрейкером. Кого-то забрать, Пак должен рэмпать от Плантимоса. Хорошо. Ну, как-то вообще, да, и вот такого развития событий от этой карты я точно не ожидал, третий решающий. Что в 22-й минуте вот на... А, вот так, ИГ написали и вышли, да, и скрин проигрывает эту серию.
Молодцы, вот Лэвелмаги. Немножко смотрели меня даже, потому что я думал, ну сейчас опять будет тягомотина какая-то.